выставка моей второй половины. Значит, 12 лет – это все-таки целый круг, немалый. Иконы делались именно в течение этого времени, с момента закладки первой. Почему я очень так подробно рассказываю про сады, про храм, который здесь был? На фундаменте этого храма находится сейчас жилой дом, где и возникла эта коллекция. Поэтому никаких случайностей в жизни не бывает. На выставке в МВД он награжден орденом за службу России.